В эфире информационный канал «Город», и мы продолжаем. Деньги получили и забыли. Прокуратура и ГИБДД проверили, как выполняет свои гарантийные обязательства после ремонта дорог самый крупный подрядчик ГДМС. Результаты проверки не в пользу дорожников. После того, как оплачена работа, про отремонтированные дороги просто забывают. Контракты на ремонт были заключены между тогда еще дирекцией дорожного хозяйства и гордурмостроем. В списке прокуроров и ГИБДД улицы Московская, Дзержинского, Карла Маркса, Жуковского, Лепси, Ердякова, Преображенская, Октябрьский проспект и многие другие. Участки отремонтировали, на гарантию поставили, деньги за работу получили. Сейчас на дорогах трещины, ямы и по ГОСТам заниженные крышки люков колодцев. При проведении проверки деятельности организации подрядчика установлено, что мер к устранению выявленных нарушений в рамках исполнения гарантийных обязательств организация не принимает. По фактам выявленных нарушений законодательства прокуратура Октябрьского района города Кирова в адрес руководителя организации подрядчика внесла представление. В ГДМС на такой сигнал из прокуратуры должны отреагировать и устранить дефекты на гарантийных участках. В прокуратуре обещали за этим проследить.